Леденящая душу история произошла в тихом маленьком городке США. В Оклахоме, в городе Хенриетт, обнаружены тела 7 человек. Среди них двое подростков, две девочки, 14-летняя Айви Вебстер и 16-летняя Британи Бьюер, пропали в воскресенье 30 апреля. Днем позже их объявили в розыск, причем одна из них должна была участвовать в местном конкурсе красоты. Их нашли в доме у некоего Джесси Макфалдена. Он известен тем, что в 2003 году был осужден за изнасилование и 3 года назад вышел на свободу. Его тело и тела членов его семьи также нашли среди погибших. Что касается самого Макфалдена, то на следующей неделе над ним должен был начаться суд за то, что он звонил несовершеннолетней, находясь в тюрьме. Имена других умерших не называются. Мы обыскали дом и обнаружили 7 тел. В настоящее время пытаемся установить личности этих людей. Это все те пропадавшие ранее без вести люди. Мы просто ждем подтверждения.